Салам алейкум, пацаны. Когда же магический куб? Почему его можно забрать всего лишь в течение 24 часов? Также, друзья мои, новый обменник за магический куб легендарный. Также, друзья мои, легендарная эмоция, топовое оружие. Также сегодня заберем офигенный, совершенно бесплатно скинчик на транспорт и поговорим о кое-чем интересном. Друзья мои, я обещаю, ролик будет максимально интересным. Кто еще смотрит видеоролик без лайка, обязательно поставьте лайк. Не забывайте, конечно же, подписываться, ставить колокольчик, нажимать обязательно лайк. Точнее, напомню, друзья мои, подписка, колокольчик, лайк. Давайте уже до лета добьем 250 тысяч подписчиков. Кто еще не подписался, буду вам очень благодарен. Конечно же, не забывайте писать что-нибудь в комментариях. И, друзья мои, не забывайте, что у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, офигенный розыгрыш, на топовые вам... Топовое событие. Событие у нас вот такое вот. То есть я обещал вам разыграть сначала 3 элитных пропуска, друзья мои. 3 элитных пропуска Буях Пас. Обещал вам разыграть. И я вам разыграю. Если мы под видеороликом наберем под этим 2000 лайков. Ничего сложного, ничего просто сверхъестественного. Просто подписались на YouTube канал, поставили колокольчик, нажали уведомления обязательно, да. Также подписались на группу ВКонтакте, на ВК и самое главное на Телеграм-канал. Как только набираем под этим видеороликом 2000 лайков, сразу бегу в Телеграм-канал, создаю там пост, вы там пишете айдишники, и я выбираю по рандомайзеру по айдишникам 3 победителей, которые получают на свой аккаунт по 300 алмазов. И вы забираете себе новый элитный пропуск Буях Пас. Все очень просто и легко, согласны. Так что выполняйте, подписывайтесь на Телеграм и на все ссылки, которые там есть в описании. И все, будете участвовать. Всем понятно, поехали. Ну что, давайте начнем с самого начала, друзья мои. С самого начала, быстренько, сначала заберем халяву. Согласны? Халява нужна? Нужна, всем нужна. И мне нужна, мои родные. Итак, друзья мои, всех с Новым годом, здоровья вам самое главное. И всего самого наилучшего. Давайте, быстренько заходим в халяву и переходим. Мы к халяве. Не забывай, друзья мои, сначала, что у нас уже... Второе число. Это означает, что у нас уже потихонечку начинают завершаться события. Некоторые, да. Также начинаются появляться некоторые события. А событие какое сегодня появилось? Сегодня появилось событие такое бомбовое, где у нас нужно просто сделать 5 раз буях. Просто победить в любой игре. И это, скорее всего, это будет в рейтинге. Вам нужно будет победить, да. И заберете бесплатно такой вот скинчик на мотоцикл. Байк мечта рокера. Так что очень просто. Сделали, выиграли 5 раз. Да, там в рейтинге, да. И все, забираете себе вот этот офигенный скинчик на мотоцикл. Забрали бесплатно. Также, друзья мои, кто забрал себе скинчики на гранату, напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забывайте. Также 4 числа мы заберем такой тутбокс после смерти. Рок жив. Тоже, в принципе, неплохо. Во, и тоже, на самом деле, друзья мои, это реально очень бомбово. Потому что, ну, потихонечку еще халявы остаются. И халявы еще, друзья мои, будут нам даваться еще очень и очень долго. Также получается, не забывайте, 7 числа также будет стартовать легендарнейшая халява, где каждый из вас может забрать совершенно бесплатно в такую бомбовую эмоцию. Это бесплатно, друзья мои. Так что успевать тоже это все забирать и звать друзей, чтобы они тоже успевали заходить и забирать. Также не забывайте про розыгрыш, да, который я вам делал на элитный пропуск. Также, друзья мои, не забывайте, у нас получается по поводу магического кубка, да. Очень многие меня спрашивали: Дистри, скажи, пожалуйста, где магический куб? Друзья мои, конечно же, мы пока можем все предполагать, согласны? Мы пока можем предполагать, что возможно будет магический куб, а возможно не будет. И что же, друзья мои, я для вас нашел? Конечно же, магический куб у нас выйти должен, обязательно выйти должен. Ну, я... на это лично надеюсь. Но смотрите, что я для вас нашел. На зарубежном регионе выходит магический куб с именно всего лишь на один день, друзья мои, всего лишь на один день. То есть он выходит, получается, с 31 по на 2 дня. С 31 по 2 число. Да, с 31 по 2 число выходит магический куб на зарубежке. А нет, с 31 на 1, друзья мои. С 31 на 1 число выходит магический куб. Ну, у нас тоже, когда нам давали магический куб в Новый год, помните, нам давали магический куб? Он тоже всего лишь действовал на один день. И он, друзья мои, на зарубежке выходит с 31 на 1. Сначала вы знаете, что выходит на зарубежном регионе, да, события всякие, потом выходит на нашем регионе. Конечно, друзья мои, у нас еще осталось, ну, давайте сделаем так, ну, думаю, дней 5. Если в течение 5 дней магический куб не добавит, то, конечно же, его, скорее всего, уже не будет. Но сразу говорю, если магический куб все-таки у нас появится, то он будет всего лишь, друзья мои, только его можно будет в течение 24 часов. То есть за один день его нужно будет забрать. То есть
течение одного дня, если вы его не забираете, то это событие, друзья, будет, скажем так, пропадать, и вы не успеете забрать. Так что ожидаем еще, наверное, ну, дней 5, если в течение, ну да, если в течение 5 дней, конечно же, его не добавят, то, конечно же, уже его ожидать не стоит. Вот, потому что я, почему вам говорю про магический куб, да, почему я вам говорю, потому что очень многие зарубежные регионы уже выпускают и выпускали эти события, ну прям все, ну реально вот, вот процентов 80 всех зарубежных регионов выпускали, что будет у них магический куб, и он у них появился, они его забрали, они реально его забрали, но почему-то, как видите, у нас пока не появился, но будем надеяться, будем ждать все-таки, что он, у нас он появится, что каждый из вас может забрать себе бесплатный магический куб. Кстати, давайте сделаем так, вот просто мне интересно, напишите в комментариях, вот просто напишите в комментариях, кому нужен магический куб, вот кому нужно, напишите, мне нужен, мне не очень там, или да нет, мне как бы лучше за место магического кубка добавили, чем другое. Ну вот напишите комментарий, будет очень интересно. Так что, друзья мои, ждем еще пару, ну еще дней 5 ждем, если не добавят, конечно же, его, значит его уже не будет. Так что, буду надеяться, что все-таки что-нибудь у нас появится. Ладно, поехали дальше. Дальше, конечно же, друзья мои, не забывайте, у нас добавили очень офигенное событие. Событие также связано, не забывайте, что у кого есть желание узнать, когда появится штаны ангела, вы знаете, да? Что штаны ангела у нас будут выходить поочередно. У нас штаны ангела не будут выходить все, там, желтый, синий, красный. Такого не будет. И сразу говорю, друзья мои, еще к вам кое-что вам, да, немножко расскажу. В тренд, когда вы заходите, в тренд заходите, сразу говорю, что все штаны ангела будут выходить в определенных событиях. И в определенной очередности. Сначала у нас вышли вот такие вот штаны ангела, желтые. Потом будут выходить другие штаны ангела, и потом будут выходить другие штаны ангела. У меня это все есть, какие будут выходить следующие, да, когда будут выходить, именно какие будут вещи, в каких событиях, да. То есть у меня это все есть, я вам все расскажу чуть попозже, да. Тоже в событиях очень много у меня что есть для вас показать, то есть реально очень много чего. Вот, также расскажу вам еще про новую эволюцию, про новую коллаборацию. Знаете, друзья, да, что у нас это у нас получается будет скоро новая коллаборация, вот именно... Вот с этим наборчиком крутым. В общем, ладно, все вам расскажу, все покажу. Поехали дальше. Дальше, друзья, мы не забывайте забирать офигенные сегодня вышло событие с офигенной эмоцией появления лобби. Вот такой бомбы. Конечно же, это повторение. Повторение, но все же оно реально очень топовое. Также есть скинчик на вот такой вот MP40. Статистика очень топовая. Урон 2. И скорострельность. Также топовая эмоция. Также получает вот такая вот, скажем так, гитара. Скинчик на тапочек, который, кстати, я его хотел приобрести давно. У нас, кстати, в обменнике, интересно, в обменнике сколько стоит обмен тапочка? 7 штучек. Давайте попробуем выбить. Не знаю, сколько стоит. Скорее всего, будет за 179 одна пытка. Точнее, один жетончик. Скорее всего, будет один жетончик. Скорее всего. Да. Как я и говорил, что на это событие нужно потратить хотя бы... 1500. Да. По одному жетончику будет падать. Вот сейчас, скорее всего, уже упадут 2. А нет, вот сейчас 2 упадут. Сейчас 2, 100%, друзья мои. 100% падает 2, смотрите. Раз. В смысле, а почему по одному падает-то? 170 пыток? Ну ладно, сейчас по-любому падает 2. Раз. 2, да. 2 падает, 3 даже падает, 3. Ну, 7 штучек есть. Обменяем на тапочек, скорее всего, да, будем обменивать. Не забывайте, события у нас, друзья мои, очень-очень топовые. Скоро будут также выходить. Очень много чего у нас будет добавлено. Очень много чего будет добавлено. Так что не забывайте. Очень тоже интересно скоро будет. События у нас, да, события у нас будут еще в честь, еще праздники впереди, да, которые нас тоже будут ожидать. Еще будет добавлено очень много чего интересного, событий реально очень много. Также с оружием будет добавлено очень много, скинчика будет добавлено очень много, новые эволюции будут добавлены. Кстати, кому интересно, какая будет следующая эволюция, также напишите в комментариях, я для вас сниму ролик. Какая будет следующая эволюция, я вам скажу. Вот, также, друзья, не забывайте, пожалуйста, делиться моими видеороликами, вы, если хотите выиграть себе алмазики, да, ну, у вас нет алмазов и хотите заработать себе, вы можете это спокойно сделать, просто моими видеороликами делитесь везде, где можно, в ТикТоке, в Телеграм-канале, в Инстаграме, там, в Ютубе, везде, в ВК, везде, где есть возможность, выкладывайте мои видеоролики.
Если мои видеоролики будут у вас набирать хорошие просмотры, берете просто мой видеоролик, скачивайте или делайте запись экрана. Просто меня выкладывайте. Если будут видеоролики набирать со мной хорошие просмотры, мне пишите в ВК, ссылка на мой ВК в описании. И говорит, Дистри, у меня видеоролик набрал с тобой, например, там 10 тысяч просмотров. Может алмазики? И я тебе задоначу алмазов, если у тебя хорошие просмотры будут со мной. Так что делитесь видеороликами. Чем нас будет больше, тем больше людей будут узнавать о новой халяве. Согласны? Согласны. Так что распространяйте везде. Зовите друзей своих канал, зовите всех друзей, всех зовите, будет очень много скоро интереса, скоро будем делать стримы, скоро у меня придет уже офигенная штучка, которую каждый из вас может использовать и получать себе подарочки на свой аккаунт бесплатно, друзья мои. Скоро я уже на процентов 80 уже это готово, осталось немножко, ну всего лишь процентов 20 осталось доделать это событие. Вот, будет рулетка, офигенная рулетка, где каждый из вас может испытывать свою удачу, вот, и будет получать себе события, не события, а алматики. Все реально очень просто. Я вам все попозже расскажу. Также не забывайте сегодня, друзья, второй видеоролик выйдет, скорее всего, сегодня выйдет про синишного ангела в январе, который будет, да. Что и как вообще, то есть все вам подробно расскажу, не переживайте. И, конечно же, не забывайте, что кому-то, если нужны из вас, ну, настроечки на ваш телефон, если кому-то нужны, спокойно, может также ко мне обращаться в ВК, ссылка на мой ВК в описании, если потеряли, да, телефон, там, купили новый, там, подарили, там, или сбились настройки, в ВК можете мне написать, я вам настрою телефон, покажу, как правильно нужно оттягивать и много чего другое, да. И также не забывайте, что если у вас есть желание попасть ко мне в гильдию, в адекватную гильдию, также спокойно можете получить, скажем так, возможность ко мне вступить. Вот, так что кидайте заявку, вот айдишка у меня гильдии, кидайте заявку, мы вас рассмотрим, если вы нам, конечно же, подойдете, конечно же, мы вас обязательно примем. Девчонки тоже кидайте запросы, не стесняйтесь. Все, я вас люблю, всех обнял, скоро к вам вернусь с новым видеороликом. Всем пока, вы лучшие, люблю вас, просто красавчики. Просто, ну, вы красавчики, что сделать, друзья мои, согласны вы? Согласны, все вы лучшие.